шел, набрел на забор с колючей проволокой. Висят датчики и написано: стой, запретная зона. Соответственно, в эту сторону мы не пойдем. Нам это надо обойти. Будем обходить по периметру. Где-нибудь вот тут. Всем привет, это Монах Синема. Нашел тут интересную постройку. Ну, какой-то объект непонятный. Вот. Я даже не могу предположить, что это. Если у вас есть какие-то идеи, поэтому пишите в комментариях. А я вам сейчас попробую его показать. Итак. Понятно, что тут все завалено мусором. Высота приличная. Высота очень приличная. Туда до низу, наверное, ну если хлам весь вот этот вытащить, наверное, 5 метров. Вот такая вот интересная штука. Сейчас пойдем дальше посмотрим. Я потому что много вижу тут каких-то построек. Ну что они из себя представляют, пока не знаю. Посмотрим. Вышел на какое-то бетонное плато. Такой бетонный заборчик идет с наклоном и отводом воды, походу, в котором выросли деревья. Здесь вот идет какая-то, блин, даже не могу сказать, что это за монорельса. Но она железная и далеко идет. Железно-бетонная. Тут сбоку еще какие-то подземные коммуникации. Что они себе представляют, даже не знаю. Странные постройки. Причем вот слева от меня стоят еще бетонные сооружения. Скорее всего, было какое-то здание, что ли. Но оно, походу, все сгнило. И от него не осталось ничего. Тут что-то засыпанное, труба туда вниз уходила. И все это вот под этим. Там вот забор и предприятие какое-то. Я туда не могу пойти. Вот там вот колодец в землю уходит. А это вот как раз та самая дорога монорельса. Куда она идет, тоже не могу ничего сказать вам. Как-то уж
Больно все загадочно тут. Тут кирпичей столько набито, что здесь, походу, тоже какое-то здание стояло. Просто все рассыпалось. Вот. Столб. Столб освещения. Просто в лесу столб освещения. Куда идет эта надпись? А, насыпь. Тоже не знаю. О, тут даже лестница есть. Лестница и колодец. О, как. А что с той стороны лестницы этой? Не знает. О, видели? Закрыто. Ведь что-то здесь было. О, как. Такая территория огороженная. Не видно, что там. Сейчас вот так попробуем. Колючей проволокой, закрытой изнутри. Вот так вот. Тут еще вот какие-то здания. Я вам обещал, что мы вот в это попадем. Идем в него. Почва очень мягкая. Похоже,
На пожарную часть, что ли? Или на ремзону на какую-то? Да, больше на ремзону похоже. Яма. А, это уже, по-моему, территория этого завода. Поэтому это все так и закрыто. Разруха полная. Даже не могу предположить, зачем это здание нужно было. Никаких надписей, ничего нету. Блин, думал, бездомные собаки. Думал, ну все, сейчас бросится. А это козы. Это просто козы гуляют. Что это за здание? Тоже никто не знает. Попробуем с той стороны пройти. Нет, вряд ли мы тут сможем пройти. Просто нахрен все заросло. Ладно, попробуем туда пройти. Перекрытие давно рухнуло. Да, тут ничего хорошего.